Ну и новость последнего часа. Глава ДНР Александр Захарченко подписал указ о прекращении огня с полуночи по киевскому времени. Власти Луганской Народной Республики объявили, что уже начали отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Об этом сегодня заявил председатель Народного совета провозглашенной республики Алексей Корякин. Напомним, в соответствии с минскими договоренностями на процесс отводится 19 дней, то есть время для отвода техники еще есть, а вот огонь обе стороны конфликта должны прекратить уже менее чем через 6 часов. Парламент ЛНР, как и Народный совет Донецкой республики, уже одобрил новый минский план по урегулированию конфликта на Юго-Востоке. Он предусматривает не только прекращение кровопролития, но и восстановление инфраструктуры республик. Основные задачи, которые сейчас я вижу для себя, это максимально интенсифицировать, вот на фоне всего этого политического процесса, максимально интенсифицировать именно экономические направления восстановления хозяйства наших территорий. Прежде всего, это выполнение 7 и 8 пунктов Минского протокола, который предусматривает восстановление гуманитарной сферы, то есть доставка, обеспечение нормального распределения гуманитарной помощи, которая поступает на наши территории. Это раз. И второе, это восстановление социально-экономических связей.